Карлос никогда не работал с настоящим шаманом. Он работал с магом Доном Хуаном. Я действительно думаю, что линия передачи Кастанеды была уникальной. Нет ни одной другой линии магов, которая говорила бы о магии так, как говорил он. Кастанеда был очень импозантным, одним из лучших юмористов, которых я когда-либо встречал. Он мог имитировать любого человека, в том числе и меня. Он считал свои деяния подготовкой к смерти. Он представлял себе жизнь после смерти чем-то вроде космического вестерна. Существовал ли Дон Хуан или нет? Нет. Какое это имеет значение? Как мы знаем, нет единой реальности для всех. У каждого своя реальность, которую он для себя собирает. Когда я выходил из ресторана, этот человек пронзительно взглянул на меня, кинулся вслед и очень сильно ударил меня по спине. Вы думаете, это был Дон Хуан? Карлос сказал, что это был Дон Хуан, и таким образом он отметил меня.